Адоданам тринам данте ридам жаче пунаха пунаха симад рупа падам буджадхули сванг жанма жанмани. Адоданам стринам данте ридам жаче пунаха пунаха симад рупа падам буджадхули сванг жанма жанмани. Гаурия Гоштипати. Гаурия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы Гауди и наша наивысшая цель стать пылинкой на лотосных стопах Шилы Рупы Госвами Пада. Мы Гауди, и это наша наивысшая цель. Стать пылинкой на лотосных стопах Шилы Рупы Госвами Пады. Не пытайтесь, что это что-то, не пытайтесь думать, что это что-то несерьезное, это непостижимо. Мы не можем представить, какое благо, великое благо мы должны ожидать, то, к чему мы должны стремиться. Даже во сне мы не можем представить настолько высокого положения пыли, что значит пылинка на лотосных стопах Шилы Рупы Госвами. В этом материальном мире все, что мы находим, оно материально. Но это не относится к Дхамме. Имеется в виду за пределами дам. Все материально. Но в трансцендентном мире, на Вайкунтхе, на Голоке, все трансцендентно. Даже пылинки, птицы, животные, деревья и прочая вся растительность, все трансцендентно. Мы не можем поверить, но мы должны слушать трансцендентную харикатху всю жизнь. И если у нас нет оскорблений, то тогда я могу гарантировать, сидя на вьясасане, что вы обретете такое чувство. Иначе я не могу вам такого пообещать. В трансцендентном мире есть различия, и в этом мире тоже есть различия, но то различие, оно очень великолепное. И я могу привести пример из Бхагавата Махапураны. Слава Бхагаватам описывается в Сканда Пуране и Падма Пуране. И вот в Падма Пуране говорится, и вот если мы не слепы, то мы отправимся во Вриндаван, то мы сможем получить даршан Удава Махараджи. Он там находится в форме кустарника на Удавкунде. И вот когда там происходила харикатха, то Удав он не смог дальше оставаться в форме этого кустарника и явил себя тем преданным, которые были там. И также я могу напомнить вам, что в Бхагаватам Махапуране, в 10-й песне, Удав он молится, чтобы стать пылинкой на лотосных стоп Гупи. И вот когда он вернулся из Вриндавана, и вот перед, когда он
когда он был увидел Кришну, он не мог ничего сделать, он только плакал и плакал. И Удав, он хотел остаться во Вриндаване навсегда. А сейчас то величие и могущество Вриндавана, оно не может затронуть наше сердце. Мы должны ждать, когда это случится. И вот Удав, он хотел стать пылинкой на лотосных стопах Гопи. Vrindavane kimapi kulmalatao shudinam Yadustajya satyaramajya papanchahitta Bhejyum kundapadavim sutivir bimigram Bimigram is searching. Вот это слово значит «по поиск». Все виды Веданта, Пураны, Упанишат, они ищут, что они ищут? Они ищут лотосные стопы Шри Кришны. И вот они ищут также пылинки с лотосных стоп Гопи. И вот в этой шлоке говорится, ахо значит восклицание. И вот он говорит, что у меня есть великое желание. Я не знаю, если я когда-либо смогу исполнить его. Удав, он хотел стать пылинкой на лотосных стопах Гопи, не пылинками, а единственной пылинкой. Если он бы говорил пылинками, он сказал бы вот так по-другому. А он говорил, что он хочет стать именно одной пылинкой на их лотосных стопах, и не думайте, что это что-то такое легкое. И вот наша цель, мы думаем о себе, что мы Рупануга Бхакты. И вот мы Гаудии, мы настоящие Гаудии, а не Рупануга Бхакты. И как стать Рупануга Бхакты? Какие, то есть достойны ли мы называться Рупануга Бхактами? Какие качества должны мы иметь? И мы должны иметь представление в начале всего об этом. И вот сначала я скажу признака, кто является Рупануга Бхактами, а кто нет. Мы очень удачливы. Многие люди не бегают подобно собакам туда и сюда и не знают, что же делать, кому следовать. А качество и количество они не могут существовать одновременно. Если вы стремитесь к количеству, то нужно будет пожертвовать качествами. И наоборот, если вы стремитесь к качеству, то количество будет меньше. Как пример можно видеть, что в каком-то ювелирном магазине приходит всего лишь несколько клиентов за день, поскольку там продаются очень дорогие вещи, особо никто не ходит. И также далеко не все могут понять, что говорил Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакур. И вот такие некоторые неразумные люди, они вместо того, чтобы следовать им, они находят какие-то ошибки в их учении. И вот Шрила Прабхупада, он сказал, что в наставнической преемственности Рада Анугати
И вот на пути Радха-Анугати, Тринадапи, оно, естественно, вам не нужно выставлять эти качества на показ. То есть мы должны быть искренни. Если мы лицемерны, то мы не сможем достичь абсолютного блага. И перед тем, как что-то узнать о Рупе Госвами и его последователях, Шрила Прабхупада говорит на пути Радха-Анугати или на пути Рупануга. Рупануги, Тринадапи, оно естественно, что такое Тринадапи? Тринадапи это не просто смирение. То есть просто смирение это не признак какой-то духовности. Вот он Махарадж говорит, у него было много знакомых ученых, они очень были смиренны. Можно было подумать, что они вайшнавы издалека. Они хотя занимали большое высокое положение, но были очень смиренны. Но все же, то есть какое-то смирение, это все же нельзя их сравнивать, их качество с качеством вайшнавов. И вот Шрила Прабхупад говорит, на пути Радха-Анугати или Рупа-Анугати, Тринадапи, оно естественно. Как можно понять, что Тринадапи, оно естественно? Каковы признаки? I can apply my brain to understand this thing. Whereas your brain is obsolete here, cannot get any entry. Использовать наш ум нельзя. С помощью умственных заключений мы не сможем осознать в Упанишадах. Такая шлока говорится, что если мы хотим приблизиться к абсолютной истине, чтобы познать ее собственным умом, собственным знанием, образованием, богатством, властью, если мы с этой помощью двигаемся к абсолютной истине, то ни к чему хорошему это не приведет. Я имею в виду наш... То есть с помощью этих вещей мы не сможем осознать абсолютную истину и не сможем встретиться с ней. Единственное, если это абсолютная истина, она захочет одобрить нас, если она сама откроется нам, подобно тому, как Брахма, он молился Верховному Господу, но Господь сказал, что ты не можешь своими собственными попытками узнать меня, я могу только открыться тебе. Вот в этой шлоке это описывается. То есть только тогда, когда Господь он сам откроет себя нам, то мы сможем увидеть, осознать его. И вот сейчас суть в том, как понять, кто по-настоящему смиренен, у кого есть качество Тринадапи. Шрила Прабхупад, он дает другое определение. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто Рупануга Бхакты, те Рупануги, преданные, они... Они не гордятся никакими качествами, которые могут быть у них по милости Господа. Например, кто-то очень учен, он знает все писания и все их заключения, он может говорить об этом часы за часами. А
Наш Шрила Прабхупад говорит, что те, кто Рупануга, Рагануга Бхакти, они никогда не гордятся ничем, никакими особыми качествами, которые могут быть у них. Они думают, что вся эта сила, все эти качества, они получили только по милости Верховного Господа. А кто мы, чтобы гордиться тем, что дает нам Господь? И вот Шрила Прабхупад говорит, Рупануга Бхакти, каковы их признаки? И Шрила Прабхупад, он приводит один пример. И вот я могу привести пример из Катха Панишат. Все полубоги, они сражались с демонами и победили их. И вот они одержали победу и начали гордиться. All demons, they are defeated. So they are, you know, celebrating. They are celebrating their victory. Начали отмечать свою победу, что они победили. И тем временем Верховный Господь, он смеется. Они насколько горды. И вот Верховный Господь, он смеется, что они горды. Я помог им достичь успеха, и сейчас они возгордились этим, и я должен проучить их. И таким образом, что случилось? Те полубоги, они отмечали свою победу, и тем временем какое-то животное они нашли, какую-то якшу. Не видели они никогда такого животного. И все информировали царя, что какое-то животное там. Он сказал, что выкинуть, не обращают внимания, ну тогда. Говорят, что нет, особое животное, нельзя так, ну идите тогда, узнайте, что к чему. И вот Варуна, Павандев, точнее, он занимается этим ветром, полубог ветров, воздуха. То есть там так же, как и в правительстве, есть различные министерства, и также у полубогов тоже есть различные министерства. Кто-то воздухом заведует, кто-то водой, кто-то огнем, кто-то землей, кто-то еще чем-то. И вот этот якша в форме Брамы, его спросили, откуда он. Этот Павандев, он спросил, кто ты такой. Ты что, меня не знаешь? Я самый могущественный, мое имя Павандев. Все знают меня, да? Ты что, настолько могущественный, да? А можешь ли ты показать мне свою силу? Да. И вот он положил травинку какую-то на землю и спросил, можешь ли ты это перенести в другое место. Да, конечно, не вопрос. И вот он начал дуть со всей силы. Как? Вот недавно был ветер в Пури. Много сдул, практически весь город. Но этот Павандев использовал всю свою силу, не смог сдвинуть эту травинку с места. Он был очень удивлен, что такое. И этот якша спросил, ты что, даже не можешь подвинуть эту травинку, какой же ты всемогущий. И вот тогда отправили Варуну к нему. И Варун тоже не смог, пытался с ним узнать, кто он такой. И вот он представился, сказал, что я Варуна, я могу
смыть весь мир с лица земли, никто не может увидеть его. Ну, тогда он попросил, вот я положу травинку, попробую сдвинуть ее с места, и этот Варуна использовал всю свою силу, но не смог даже на миллиметр подвинуть эту травинку. Ему стало стыдно, он ушел, и Индра был очень удивлен. И сейчас он решил сам отправиться и узнать, что. И вот он пошел и спросил у этого Якша. Якша куда-то пропал. И когда он пришел, видит, никого нету. Куда ж пропал? И тем временем Ума, Дивья Гьяна, явилась в небесах и засмеялась и сказала Индре: «О, Индра, что ты хочешь знать? Там вот создание какое-то было, это не какое-то создание, это сам Брахма». Как Брахма? Да, это был он. Вы возгордились тем, чтобы завоевали небеса. Вы возгордились своей силой. А это все по милости Брахма. У вас есть этот Брахма, он ответственен. Он только благодаря его милости вы смогли одержать победу над асурами, над демонами. И поэтому вам не стоит гордиться своей силой, которая у вас находится по милости Господа. И Шрила Прабхупада также дает такой пример, что рупаноги, они никогда не гордятся никакими качествами, которые могут быть у них. Они думают, что все это исходит из изначального источника, из лотосных стоп Шримати Радхарани. Даже сила Кришны, она происходит оттуда. Что говорить еще? И вот это один из главных признаков преданных рупануг. Рупануга баджан — это не вопрос проповеди. Рупануга баджан — это не вопрос делания чего-либо на показ. Если мы находимся в той же линии, на том же пути, что и настоящие рупануги, и вот Махарадж начал с этой шлоки, что на пути Радха Анугати или Рупа Анугати Тринадапи, оно есть естественно. И вот так, Тринадапи на пути Радхануга, но естественно. Что говорить больше, даже Санатана Госвами, он Гурудев Рупа Госвами. И вот даже он, кто Гурудев Рупа Госвами Пада, он сам сказал, что я Рупануга. И вот сейчас подумайте о великом положении Рупа Госвами. Что даже Санатана Госвами, он говорил о себе, что он Рупануга. И вот посмотрите, какое величие имеет Рупануга Бхакты. Почему Рагунат Дас Гасай, он говорит так, что если когда-либо и вот он произнес вот эту шлоку.
Мне говорится, что рождение за рождением наша высшая цель — это стать пылинками на лотосных стопах Рупы Госвами Пада. Я уже говорил о Удаве, как Удава, он хотел стать пылинкой на лотосных стопах Гопи. И Рагунандас Госвами, он плачет и плачет. И когда Рупа Госвами Пад ушел из этого материального мира, Рагунандас Госвами плакал и говорил, что я хочу умереть. Он не хотел больше жить. Как в случае с Наротамом Такуром. Где же могу найти это сокровище лотосной стопы Гуранги? Поскольку Рамачандра Кавирадж ушел, мой самый близкий спутник Наротам Такур, он тоже ушел. И Рамачандра, он плачет. Ну, вот в этом киртане говорится, что Наротам Такур в своем киртане говорит, что я хочу иметь общение с этим Рупануга Бхактой. И куда же он ушел? И вот Наротам Такур, он не хотел больше жить, поскольку Рамачандра Кан, великий преданный Рупануга Бхакта, он ушел. Люди иногда, часто в этом мире, они жалеют о каких-то материальных вещах, кто-то деньги потерял, у кого-то сын умер, у кого-то жена умерла, у кого-то еще что-то. И вот однажды я был в Дели, публиковал книги в Рукмапрессе, типографии, Рукмапресс типография называлась, и вот пришел однажды Махараджа, ученик Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа из Франции. Я спросил, один приехали или нет? А что с вашей, где ваша жена? Когда я спросил его, где ваша жена, он сразу расплакался. Я спросил, что случилось? Он сказал, что вы напомнили мне о моей жене. Она была настолько прекрасна, настолько предана. И много преданных приходили в наш дом, мы готовили, служили вайшнавам. И она вот умерла от гепатита Б. Я пытался вылечить как только мог, но не смог, и она умерла. И это чувство разлуки, оно всегда дает мне боль. А поскольку я очень любил ее. И вот сейчас попытайтесь понять, какое чувство Наротама Такура, какое чувство Рагунатха Даса Госвами. И когда Санатан Госвами ушел, Рупа Госвами ушел, он не хотел больше жить без их общества. I always remember. Yesterday also I forget one line. I remember. That's all. Sunnayate mahagoshtam girindam ajagarayate bagro tundayate kundam jivatu rahitasvame. By the mercy of Bhagavad Gita. И вот Рагунат Дас Гасай говорит, что я в том же Вриндаване, там же на Радакунде, тот же самый Гирирадж. И тот же самое место, где Кришна, то поле, где Кришна с коровами ходил.
Но но сейчас я смотрю, эти места опустили, и тут Гирирадж, хотя он есть там, но я вижу, что как, подобно тому, как какой-то питон, он хочет проглотить меня. И вот сейчас я вижу Гирираджа в форме питона, который хочет проглотить меня. И это самая великолепная Радакунда. Я принял обет находиться до последних минут моей жизни на берегу Радакунды, но когда я омываюсь в Радакунде, я вижу, что она стала подобна пасти тигра, и как получить чувство, такое чувство Рупануга Бхакт, Госвами Пада Рагунат Хадаса Госвами, Гопал Бабата Госвами, даже Санатана Госвами. Он говорит, что я Рупануга. Шрила Прабхупад, плача, говорит, что значит Рупануга? Какие великолепные качества в Рупанугадаре, преемственности Рупанугадары, какое великолепие лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами. Почему мы всегда молимся Сударшане утром? О Сударшана, благослови нас, чтобы никаких скверных даршанов не возникало на нашем пути. Сударша значит прекрасный даршан. И по милости Сударшана мы сможем развить такое видение, что куда бы мы ни смотрели, мы сможем видеть Кришну везде. И тогда, по милости Сударшан чакры, у нас не будет такого умонастроения, наслаждения. Если оно есть, то мы не можем по-настоящему находиться в даме, хотя можно видеть даме, всякие отели находятся и прочее. Но Бхакти он такого говорит, что моя деви, она помещает какую-то сеть перед этой великолепной дамой, и такие люди, они попадают в сеть и не могут прикоснуться к городаме, хотя они внешне выглядят, что они якобы находятся в даме, но это не так. Только по милости Нитянанды Баларама. Дама — это тоже Нитянанда Таттва. Кришна никогда не простит нас, если мы совершим оскорбление. Но дама, она может простить нас в тот или иной день. Дама, она более милостива, более могущественна насчет того, как, чтобы благословить нас. Никогда не пытайтесь оставить Навадхиддаму даже во сне, если даже вы уезжаете отсюда, из Индии, но все же в уме вы должны находиться всегда в Навадхиддаме. Какой же признак Рупануг, когда они находятся во Вриндаване, они находятся в Навадхиддаме, когда в Навадхиддаме во Вриндаване? Это признак Рупануга Бхакт. Я говорю о чувстве Рупануга Бхакт, те, кто находится. Бхакти на такого говорит, что настоящие Рупануги, они где бы они. Вот как, например, случай с Прабхуданандой Сарасвати Падом, он никогда физически никогда не был в Навадвипе. Но он лучший из Рупануга Бхакт, Прабхуданандой Сарасвати, он написал все же. Он явил великолепие Навадвипы, он описал ее славу, хотя физически он никогда не
был, не был на Липе, но был в уме. И как для него тогда было возможно, чтобы он написал прославление Навадвипе? Навадвип Шатаку написал. И Вриндаван Шатаку написал Сварубасай. И таким образом можно найти так много описаний святых дам, эти описания, они подобны нектару. Как, например, то, что написал Прабхудананда Сарасвати Бат, можно видеть, что нектар он истекает из них. Настолько прекрасны эти писания. Однажды я дал одну книгу Гуру Махараджа. Давно, это было где-то 22 года назад примерно. И однажды я Гуру Махараджу подарил книгу, Гуру Махарадж взял ее и посмотрел, и сказал: «О, ты дал такую великолепную книгу мне». Гуру Махарадж осознал, что он наверняка читал эту книгу, раз мне ее дал. Это, ну, внешне простая книга была, очень дешевая. Гуру Махарадж, когда взял ее и посмотрел, он был очень рад. И вот это чувство Рагхунатха Даса Госвами, что и вот у Рупи Госвамипада Кави Карнапура пишет то, что он говорит, что я... Это чувство, вопрос чувства. И вот Кави Карнапура говорит в этой шлоке. Tatam rupe, savilas rupe, is last, middle, another line is there. Kriya sarupe, daita sarupe, prema sarupe, sahajavi rupe. Forget one line. Nijan rupe, one word I forget. And after that, tatam rupe, savilas rupe. Anybody can remember, sorry. So, Priya Sarupe, Daita Sarupe, why you are putting this slope? But Maharaj, my language cannot represent the feeling. Почему он использует эту шлоку, поскольку он говорит, что не может выразить свое чувство словами, поэтому использует вот эту шлоку, чтобы попытаться представить вам эту бхаву, того преданного. Nijan rupe kohureko rupe. This line I remember now. Nijan rupe kohureko rupe. Tatan rupe savilas rupe. Now I remember. Now why Raghunatha Goswami? I actually Kobi Kondo was speaking. Only one word I like to speak in front of you. И вот я хочу сказать одним словом, поскольку то, что сказал Кави Карнапура, это очень широко и развернуто. Но если это выразить одним словом, то, что Кави Карнапура Рупануга Бхакта, он хотел сказать то, что Рупа Госвами Пад, он понял сердце Шилы Шримана Махапрабху. На самом деле сердце и тело Махапрабху не отличны. То есть поскольку он Верховный Господь, его тело, имя,
качества, они не отличны друг от друга. Это для нас они отличны. В нашем случае, но в случае Верховного Господа, вот как говорится в этой шлоке, то есть из Брахма-санхиты Кришна, он может, например, есть руками. Имеется в виду все органы чувств, они исполняют все обязанности. Он может видеть руками, также есть глазами и прочее. А почему? Поскольку у нас Кришна трансцендентный, поэтому он может делать все, что пожелает. А мы, когда мы родились в этом мире, у нас есть какой-то материальный опыт, и он скапливается в нашем уме. И если я что-то говорю, привожу какой-то пример, мы пытаемся вспомнить и сопоставить это с каким-то материальным, нашим материальным опытом. Даже харинама мы не можем делать, имея такой материальный опыт, но мы можем пытаться практиковать, репетировать. То есть нельзя заявить, что мы сможем взять и повторять харинам. А вот в этой шлоке говорится только тогда, когда все наши органы чувств, наши глаза, уши, обаяние, осязание, все. Если все органы чувств, они стремятся к Кришне, так же, как и у Радхарани. Радхарани спрашивает у Лалиты, что делать, поскольку все органы чувств, они стремятся к Кришне, что же делать? И вот такой пример в Чайтанья Чаритамрите приводится. Радхарани говорит, что если восемь лошадей, они тянут меня в разные стороны, и что же делать? Я вот в таком состоянии я нахожусь, я не знаю, что делать. И вот Радхарани говорит, а Пурнамаси говорит Нандимухи, она описывает чувство Радхарани Пурнамаси. Это чувство Рупа Госвами Пада. Я могу рассказать об этом случае, но вначале я сейчас закончу с этой шлокой. Шри Чайтанья Махапрабху, он сам полон Радхабавы, он сам сошел с ума, как это возможно? Рупа, ты написал такую прекрасную шлоку, это прославление Харинама. Tunde tandoli roti vitolite tundavali labdhe karna krodo karamini khadayate karna arubh karna budevya spriham cheto prangana sangini vijayate sarvandhyanam kriti no jani jani jakya dhvi amriti krishnete varnardehi. Purnamasa speaking. И вот Пурнамаси говорит об этом чувстве Радхарани. Я не могу понять, какую силу имеет это имя Кришны. Я хочу иметь тысячу языков, чтобы повторять именно Кришну. Я чувствую, одного языка мало. Я хочу иметь тысячи языков, чтобы воспевать славу Кришны. Можно вспомнить, как Мучукунда, он сказал, что я хочу иметь тысячи и миллионы ушей, чтобы слушать нектарную славу о твоих деяниях, о Господь. И вот этот Мучукунда спрашивает благословение у Господа, чтобы иметь тысячи ушей. Нет, точнее, Притху Махарадж это говорил. Вот в этой шлоке он просил тысячи, миллионы ушей, чтобы слушать о славе Господа. И вот когда Господь спросил, что же он хочет, вот он ответил так. А Прахлад Махарадж, он более умен.
Когда Нарисимхадев просил, какое благословение ему даровать, то Прохлад Махарадж сказал, что мне ничего не нужно. Но Прохлад Махарадж, чтобы выразить почтение Нарисимхадеву, он сказал: «Хорошо, я спрошу». И вот он попросил такого, чтобы никаких желаний не возникало в его сердце. И вот Прохлад Махарадж попросил, чтобы никакие желания не задевали его сердце. Hriti samraho bhavatastu vinevaram. Oh Prabhu, you like to give me blessing. You give me blessing so that no trace of desire, even the smell of desire. Даже чтобы не было запаха никаких желаний в моем сердце. И вот Нарисимхадев улыбнулся, что сказал, что ты очень умен. Yes, many things happen. Krishna, so clever devotees. So you see, tunde tandavini ruti, rathin, tundavani dhaktai. Karna kuroro kadamine ghade di karna aru vidudhyaspriham. This is the blessing. So who writing? И вот кто написал эту шлоку Рупа Госвами? Я не хочу говорить о том, что Рупа Госвами, когда ушел, пришел и прочее. Это можно так изучить. Но я хочу сказать о чувстве Рупануга Бхакты. Это моя обязанность, иначе какой толк от сегодняшней харикатхи, если я не смогу сказать о чувстве Рупа Госвами. I have no right, but still, I can try by the mercy, I can touch it. So, Kavi Karnapur wanted to express this feeling. That Rupa Goswami is just matching the heart of Chaitanya. Он в этой шлоке он выразил чувство сердца Шри Чайтаньи Махапрабху. This shloka actually speaks all the way matching, just matching. What do you mean? И вот эта шлока она полностью соответствует сердцу Шри Чайтаньи Махапрабху. Я еще хочу сказать то, что чувство сердца Шри Чайтаньи Махапрабху и такое же чувство, оно было у Рупы Госвами. И смотрите, хотя Рупа Госвами, он был далеко от Шри Чайтаньи Махапрабху, но он обрел то же самое чувство. И также можно, это же можно найти в сердце Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Шрилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. All coming in Kanchan. And those Gauri devotees, especially Gauri Amar, they are shedding their blood. Going to foreign country, you have no right to criticize about Gauri Amar. Who are you? You have no right to criticize about Gauri Amar. They are shedding their blood. For us speaking, Шрила Прабхупада сказал, что для освобождения этих обусловленных душ каждый преданный из Гауди Матха должен был готов потратить литры крови для того, чтобы спасти обусловленных душ. Это девиз Гауди Матха, и как кто-то может критиковать Гауди Матха без какого-либо правильного понимания и без каких-либо достойных свидетельств из Писания, это просто глупо. Но какие-то сахаджи, они все же критикуют. Шрила
Tomorrow, day after tomorrow, he will have to fast. After second welfare, German was almost devastated. И вот сила Бхактихрида Бунга Свая Махарадж. Когда был в Германии, он изучил немецкий за 6 месяцев, и там говорил харикатху, это было после Второй мировой войны, там разруха была, есть нечего было, даже сухой еды не было, ну, после войны там еще ничего не восстановили, поэтому так было. They're going to foreign country to get service and helping the engineer, doctor, so many. Now they are saturated, no problem. Saturation, material saturation, not a practical saturation. I should speak very scientific word. If any word I mistake, they can make some other meaning. Meaning, otherwise they can think. So that time, by post, or dry chira, dry food, was И вот эти времена ему отправили почтой, это плющеный рис, мури. Но хотя они находились далеко от Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупад, он вложил в них силу. И когда они вознесли молитвы вандану, они чувствовали, что Шрила Прабхупад находится в их сердце. Если у нас нет оскорблений, то Чайтья Гуру, Гуру в сердце, он подскажет нам, что есть, что где настоящая харикатха, где просто лицемерие. Я так, по милости Нитьянанды, я обрел моего Гурудева. Никто, до этого я не слышал о его славе, это долгая история. Но Махарадж встретился с силой Пури Госвами Махараджи, по милости Баладева. Он впоследствии расскажет об этом. И вот Госвами Махарадж, он был в Англии, какие-то люди пришли и спросили, может ли он показать им своего Господа. И Госвами Махарадж сказал, что может. И потом начал думать, что же делать. И он начал молиться Шри Прабхупаде, поскольку я вот пообещал, что смогу показать им Верховного Господа, а что делать, его нету. И вот Госвами Махарадж, он ходил там где-то по какому-то лесу, и вот он внезапно увидел Атхакшаджа Вишну, четырехрукого Вишну, и как он его нашел в Англии в лесу. Как это? Но по милости Шрилы Прабхупады все возможно. Если у нас есть, будет должна вера в Шрилу Прабхупаду, Бхактисиддханту Сарасвати, то я обещаю вам, то это более чем достаточно. Это вы можете обрести все, но многие не могут поверить в славу и слова Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад и Бхактивинода Такура, они Рупануга Махаджаны, и для Садгуру это возможно вложить это чувство. Если мой Гурудев ушел, но все же он может вложить чувство сердца в мое сердце, и если я нахожусь на его пути, то тогда да, если я обманщик, то тогда нет. So this way, actually,
И таким образом все чувство сердца Шри Чайтаньи Махапрабху, имеется в виду сам Шри Чайтаньи Махапрабху, оно находилось в сердце Рупа Госвами Пада. Почему Сваруп Гасая? Почему мы говорим Сваруп Гасая? Сваруп значит это настоящее Сварупа Шри Чайтаньи Махапрабху. Сваруп значит это точное Сваруп Гасая, точное в копии, можно сказать. Почему мы говорим Сваруп Гасая? Поскольку точно то, что находится в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху и Сваруп, то, что говорит Шри Чайтаньи Махапрабху, Сваруп может сказать то же самое. Если есть какое-то несоответствие Сидданты, то follow, you see. In Dham, it is actually Dham. So, nothing wrong. We want to become a breaker of this Dham. You can take my clothes away. Coping is sufficient for me. If this kind of feeling not coming, then I cannot understand the feeling of Prabhupada. Юкта вайраги – это гармоничная вайраги, она очень научная, очень научная, но многие не могут понять ее. Многие могут понять вайраги и Богу, но юкта вайраги, гармоничная вайраги, далеко не все могут понять. Это было правило Шри Чайтаньи Махапрабху, когда он являл свою лилу в Гамхире, какой-то преданный, если приходил, они не могли беспокоить Шри Чайтаньи Махапрабху, какова система была. Если кто-то что-то написал или сочинил, например, это правило было установленное Махапрабху, нужно было проверить, то есть, и только потом Махапрабху мог смотреть на это, поскольку вот согласно этой шлоке Махапрабху гневался на какую-то ересь, если кто-то что-то писал не соответствующее Сидданте и Расататве. Как, например, кто-то мог написать, что Яшода смотрела на Расалилу, то это и Расабас, и Сидданта Верот. Расабас значит это не раса, это абаса, неправильная раса. И такие несмешиваемые расы, они не могут быть вместе, как, например, ватсалья раса, она не может быть с Мадхури расой. И Сваруп Гасая очень гневался, если кто-то так писал какую-то ерунду. И он, вот какой-то человек пришел со своей писаниной, и он сказал, что сначала ты иди изучи Сидданту, общайся с вайшнавами, читай, слушай Бхагаватам от вайшнавов, и только потом, и тогда ты поймешь, что есть что. Однажды Валлабх Бхатта, он хотел, он был очень горд. Он сказал, что он не будет следовать Сиддхас Госвами Паду, но Махапрабху сказал, что по милости Нрисимхадева Сиддхас Госвами Пад, он ему открылся весь Бхагаватам, и как ты не можешь принять его комментарии, и те, кто подобно тому, как эти женщины, которые не уважают своего мужа, они подобны проституткам. И также ты, не выражая должного почтения Сиддхас Госвами Паду, ты подобен таким женщинам. His commentary in front of Jaitanya Mahaprabhu, then actually don't try to read because I am unfit. I am not literate. I only know Yashoda Nandan, Nanda Nandan, this much I know. A whole day I am murka, I am doing harita. Don't try to read.
И вот если какие-то гьяни, настоящие гьяни, не совершают какие-то ошибки, то они их быстро осознают. Они сами, их сердце, оно чисто, и оно полно знаний, они видят, что они совершили какую-то ошибку. Но в случае с Валабхатой, это лила такая для нас была, она подобна мильному камню, чтобы мы смогли избежать этого на нашем пути. И вот когда Валабхата, он вернулся, он понял, что он совершил ошибку. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Хорошо, ты написал какой-то комментарий, но этот комментарий, он должен полностью соответствовать Шри Даса Госвами Паду». И Валабхата, он принял саньясу также. So I wanted to speak a series of, you know, very silent, but I couldn't speak yesterday properly. I am not satisfied. So Valabhata also took some 48 years before his death. So he is from Vishnu. А потом 48 дней до своей смерти он принял саньясу. Он был из Вишну с вами Сампрадая, он принял саньясу. И вот смотрите, суть в том, что Махапрабху, он не может потерпеть никакого неудовлетворения в нашем сердце, поскольку Рупануга преданные, они не могут выражать никакого неудовольствия, поскольку их сердце, оно полно любви. И поэтому Санатан Госвами, он сказал, что я Рупануга. Он Санатан Госвами, он Гурудев Рупа Госвами Пада, но все же Санатан Госвами сказал, что я Рупануга. Кто такой Гуру, кто Шишья? Почему кто-то спорит на эту тему? Это все трансцендентно. Шрила Прабхупад, он на Янамоне Манджаре. Кто более важен, на Янамоне Манджаре или Камала Манджаре? Глупо. Мы не должны спорить на эту тему. У всех свое положение в духовном мире. И вот в Валабхате после этого случая вся его гордость ушла, и он получил дикшу у Гададхара Пандита. И Рупа Санатана, они настолько смиренны, но их смирение, оно не искусственное, оно естественное. Они были настолько смиренны, они происходили из Бхаратрадж Готра, это высшая каста браманская в Индии, но все же они чувствовали, что они падшие души, что у них нет права заходить в храм Джаганатха, даже у нас нет права ходить по той дороге, где ходят панды Джаганатха. Панды, те, кто служит Джаганатху. И они думали, что мы можем по дороге случайно задеть их и осквернить. И поэтому мы не имеем права ходить или пересекать эту дорогу, главную дорогу Джаганатха. Мы лучше будем ходить в обход. И Шри Чайтанья Махапрабху также приводит этот пример, когда Махапрабху подходил к Пури из-за Атхуванала, он увидел чакру и упал без сознания. И вот Махапрабху, Харидас, он сказал: «О, Харидас, иди, прими омовение и посмотри на чакру, Сударшан чакру, и приходи принять прасад».
И вот он также сказал преданным, которые шли к нему, это заняло пару месяцев, чтобы дойти до Пури. Они шли, чтобы встретиться со своим сердцем в сочетании Махапрабху. И царь спросил, почему Махапрабху сказал, что нужно пойти принять омовение, потом получить даршан, сударшан чакра и принять прасад. Хотя правило таково, что нужно сначала прийти, принять омовение, получить даршан джаганатха, а потом поститься еще надо, в видах описывается. И только потом принимать прасад. А Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что что-то описывается в ведах. Но это не прямая речь Господа, а Чайтанья Махапрабху сам изначально Верховный Господь. Апурушея значит то, что никто не создал веду, веданты Упанишады, они самопроявлены. Я вчера говорил о Риши, о Матаджи Риши. Как вот, вот Махараджи их перечисляет, они были очень могущественны. Некоторые из них приняли саньясу, но это уникальный случай. И вот Шри Чайтанья Махапрабху он принял. И вот сам Верховный Господь, они, и эти Веды Упанишады, они все исходят из Верховного Господа. И сейчас сам Господь явился к нам, и Он дает нам указание, что мы пойти должны принять омовение, получить даршан, сударшан чакра и принять прасад. Это Его наставление, и кому же следовать. Так много. Однажды вот с Шрилой Прабхупадой случай. Однажды случай из жизни Шрилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа. Вот похожий случай случился и с Бхактивинода Такуром также в Прапанашраме в Миднапуре. Однажды Бхактивинода Такура какой-то преданный пришел, не хочу его имя называть, поскольку он иногда против Гауди Матха был, я просто поклонился ему издалека, но не будем упоминать. И вот однажды тот преданный пришел издалека, и Бхактивинода Такур, он сидел на кресле и повторил Харинам. Он сказал, этот преданный поздоровался с ним, предложил поклоны, и Бхактивинода Такур сказал: «О, вы пришли наконец-то, идите там прасад и примите». Он пошел на кухню то, и смотрит там прасад, но не гадочный прасад. Иногда Верховный Господь проверяет нас. Экадаши, мы должны следовать Экадаши. Я не говорю, что мы не должны следовать. Но какие-то сахаджи, например, говорят, что в Пурушоттам Даме нету Экадаши. Экадаши, она связана там. Это богиня Экадаши, она связана, и поэтому там нужно нет следовать Экадаши. Но это сахаджи говорят. Махапрабху так не говорит. Когда в день Экадаши приходил Махапрасад, он говорил Говинде, чтобы Махапрасад оставили в сторонке и поклонились ему, а завтра мы его примем. И вот однажды утром Махапрабху хотел проверить веру Сарвабхаума Бхаттачарьи в Махапрасад, и он с утра пришел, и Сарвабхаума Бхаттачарьи только проснулся, но, заметьте, это не было Экадаши. И Махапрабху пришел с прасадом, угостил его прасадом, и Сарвабхаума Бхаттачарьи сразу взял и принял его. И Махапрабху
затанцевал от радости, что да, вот Сарвабхаум Бхаттачарья верит на 100% Махапрасад. И если Махапрасад он куда-то упал или испортился, или собака она съела часть просада, то мы тоже должны принять его такую славу, иметь Махапрасад, но это про Джаганат Махапрасад имеется в виду. Вот однажды Махарадж зашел. Махарадж рассказывает, как во время Снан-Йатры он попал в храм Джаганатха, хотя там ограда была из этих пан-служителей, и они не пускали. Но Махарадж как-то по милости Господа туда попал. И вот сахаджи хотят какие-то ложные свидетельства. То есть у сахаджи какие аргументы, то, что не нужно ничего делать, ничего слушать, ничего изучать, просто хренам повторять. Но из читания Чайтамриты мы находим такую шлоку, которая... Махарадж говорит о том, что сахаджи, хотя не видят бревна в своем глазу, видят какие-то соринки в Гаудиаматхе и возмущаются, что это там то не так, это не так. И вот наша Гурвага, они хотели воплотить в жизнь желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху. И однажды давно я пришел к Гурудеву, никого не было. Я спросил Махараджа, о Махараджа, говорите так, а вот другой Махарадж все наоборот делает. А Гурудев разгневался и сказал, что не нужно говорить об этом, нужно за собой следить, нужно не критиковать других, которые не делают то, что нужно делать. Гуру Махарадж сказал, что смотри за тем баджаном, который ты делаешь. It is the guidance. I speak to the Siddhanta. И вот я. If they are going to follow Siddhanta, they can get result. If they are not going to follow. Я, он сказал, что я сказал, говорил о Сидданте. Есть те, кто будут следовать, они получат результат, а те, кто не будет, соответственно, не получат. И Рупаноги, они, если я буду говорить о славе Рупаног, тогда мы сможем понять то великолепие Рупы Госвами, если мы будем молиться лотосным стопам Сударшан Чакры, о Сударшана, даруй мне прекрасный Даршан, чтобы я мог видеть Кришну везде. Но сейчас наши глаза, наш ужасный Даршан, он только видит, чем бы наслаждаться. Мы должны молиться Сударшане, чтобы Сударшана она помогла нам развить такой прекрасный даршан, чтобы мы смогли видеть Кришну везде. И также Шрила Прабхупада говорит,
что в тот день, а мы ждем того дня, а как долго нужно нам ждать, мы не знаем, но мы не должны спешить куда-то, перепрыгивать через какие-то ступени нашего развития. И Шрила Прабхупад говорит, мы не знаем то величие пылинки с лотосных стоп Рупа Госвами. По милости Рупа Госвами Пада, если мы посмотрим, сможем обрести ту прекрасную форму, то Кришна, Он привлечется нами. Понимаете, Шрила Прабхупад говорит, мы должны развить такую прекрасную форму, чтобы Кришна Он привлекся нашим поведением, нашим характером, нашей красотой. Шрила Прабхупад говорит об этом. И это может быть только под руководством Рупы Госвами Пада. И в последний момент, когда Шрила Прабхупад ушел из этого мира, он дал наставление Шриле Шридхар Махараджу петь вот этот киртан Сирупа Манджари. Вот этот киртан. И вот Шридхар Госвами Махарадж пел для Шрилы Прабхупады такой киртан. Шрила Прабхупад внимательно слушал. Это был последний киртан перед тем, как он оставил свое тело. И если у нас нет цели в нашей жизни, если у нас нет цели, то мы разочаруемся, устанем и как бы не будет цели в нашей жизни, и поэтому у нас должна быть цель. И очень-очень важно в нашей жизни, в нашей духовной жизни у нас должна быть великая цель, яркая цель. Она дана нам Шрила Рупа Госвами Пады, Шрила Прабхупады. Если у нас нету цели, то мы должны стать, и мы с энтузиазмом должны двигаться к нашей великой цели, и Рупа и Санатана, они если куда-то отправлялись в Пурушоттам Даму, например, они не знали, где находиться, они думали, что они падшие души, и поэтому они жили вместе с Харидас Такуром. Они спросили, можно ли им остановиться в том месте. И он сказал, да, конечно, Рупа Санатана Госвами, и эти преданные, когда они шли в Пурушоттам Даму, чтобы встретиться с Шри Чайтаньей Махапрабху, они жили там, где жил Шрила Харидас Такур. И чем больше вы развиваете смирение, тем больше вы сможете получить милости Шри Чайтаньи Махапрабху. И поэтому Махапрабху дал нам такую шлоку, вот эту третью шлоку Шикшаштаке. Киртанья Садахари, и тогда, если у нас есть чувство смирения, Харинам, он явится на наших устах. Water gun, ooh, so fire, Bhakri Bhav, so strong. You see, this way actually, Chaitanya Mahaprabhu giving one clear idea. И вот Харинам, Харикатха, они могут явиться на наших устах, если мы имеем настоящее смирение, если у нас нет никаких посторонних желаний, никакого стремления к славе и почету. This is
И тогда, если у нас нет таких посторонних желаний, то Шрила Гурудев, Шрила Прабхупад, Шридхар Махарадж, они благословят нас. Милость, она подобна дождю, она всегда есть, но мы слепы и не можем видеть эту милость. Гуру Махарадж говорил, это милость, она подобна дождю, но поскольку мы пассивные, и мы не можем получить, собрать эту милость. Еще другой пример, если... Провода, например, изолированы, они не могут получить ток с какого-то источника. I used to hear this thing. Maybe I now research where gone, I don't know. Superconductivity. On the basis of this superconductivity, you are getting the mobile function, computer, all on the basis of superconductivity. Superconductivity, almost within no time, logic gate can allow your signal here to there, what you want you can get. Logic gate. Mobile also, you put this button, automatically signal going on, logic gate. From there, bash, you are seeing. I want this logic gate. Yes. This way, the superconductivity. So those devotees, they are more than superconductivity. Their sensitivity is so high. Even I cannot apply this physics term. So now when Rupa Goswami... И вот когда Рупа Госвами Пад, он... I have no time to speak, a lot of things I like to speak, but no time cannot commit. Someday I can speak more. И вот Рупа Госвами Пад, после того, как закончилась Радха-ятра, Махапрабху пришел к Харидас Такуру, в то место, где он жил, его Баджан-Кутир, и Махапрабху зашел и смотрит, какая-то прекрасная надпись там, а что это? И он сказал, это Рупа Госвами написал. Иногда Махапрабху спрашивал у Рупы, что же он пишет. И Махапрабху спрашивал, что же ты пишешь, что за книгу, а Рупа Госвами он не показывал. Ничего не говорит, ничего не пишу. И он взял Махапрабху и что же он пишет? И прочел, что да, настолько прекрасно. И вот когда очередной раз Махапрабху пришел к Харидас Такуру, и там на пальмовом листе он увидел прекрасную шлоку и спросил, кто это написал. И он сказал, это чувство, то, что я чувствовал во время Радха-ятры, как это было возможно для Рупы описать это в стихах. И Сваруп Госвами и Рай Махашой сказали, это свидетельство того, что Рупапад, он получил всю твою милость полностью. Это доказательство того, что сердце Рупа Госвами, оно не отлично от твоего сердца. И вот эту шлоку он написал. О, Саки, то же самое место, это Курукшетра, где Кришна. Кришна, он тот же самый Кришна, но мы встретились в другом месте, в Курукшетре.
Но я не чувствую вдохновения. Я хочу, чтобы Кришна был со мной во Вриндаване, и там это чувство, оно более великолепно. И я хочу, чтобы ты опять был во Вриндаване. Я хочу видеть твои лотосные стопы во Вриндаване. И Радхарани плача говорит эти слова: «О Господь, о Кришна, я хочу видеть твои лотосные стопы опять во Вриндаване, а не здесь». И я чувствую то великолепное чувство, будучи во Вриндаване. Я теряюсь там, я хочу быть опять там. А здесь Курукшетра, я не чувствую того наслаждения, хотя я здесь, и ты тоже здесь. И это чувство я могу рассказать в какой-то следующий день. Если вы действительно хотите узнать о Рупа Нуга Бхаджане, и вот на сегодня конец. And then sentient is served through sentient. Can you speak here? Right, okay. It's quite natural. I already told you. Вот я говорил уже о том, что имя мы не можем. Повторять Харинам по собственным желаниям. Что Шрила Прабхупада хотел сказать в этом стихе? То, что наша цель — это принять прибежище у Харинама. Я могу еще 10 минут рассказать об этом. Рупа Госвами Пад в Намаштаке пишет. Вот эти слова. И каково значение этой слоги? Шрила Прабхупад, он объясняет. И вот мы должны пытаться понять чувство, его чувство, с которым он произносит сам Шраями, не значит Ашраями, значит сам Шраями, значит полностью сердце, ум, тело, все наши органы чувств, они потеряны в Харинаме, как Радхарани. И сейчас, когда этот Харинам явится в нашем сердце, то этот Харинам – это коренная причина, это семя нашего Рупа Нуга Бхаджана. А те, кто… И вот Шрила Прабхупад объясняет. Никакая обусловленная душа, они не может поклоняться Харинаме Прабху. Те обусловленные души, они не могут поклоняться Харинаме Прабху. Только мукта кулая. И вот там говорится мукта кулая, то есть те свободные души, освобожденные от майи и всех других материальных обусловленностей. И если это чувство есть в нашем сердце, то тогда мы можем потерять себя в Харинаме. Мы можем день и ночь повторять Харинам, поклоняться ему. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он Рупануга Бара, он лучший из Рупануг, он говорит. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, я в этом мире вижу только Харинаму и ничего иного. И если у нас будет такое чувство, тогда мы сможем понять. Шрила Прабхупад говорит, никто не может сказать, что я научу вас быть Рупанугой. Никто не может научить Рупануга Бхаджана. Рупануга Бхаджана — это не то, чему можно научить. Это автоматически случится, автоматически явится в нашем сердце. Если кто-то обещает нам, что может научить нас, Рупануга Бхаджана, он обманщик.
Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Такур говорит, в Бхактивинода Вани Вайбхаве говорится, там есть раздел, этот раздел, и там то же самое говорится. И вот в начале всего те, кто Рупануга преданы, Рупануги, их главный признак, они всегда воспевают святые имена. И что там дальше говорится по Рупу и Рагунатху? Вот такие слова. Мы должны изучать их наследие. Sleeping means you are dead, half dead. Why you are sleeping? Try to grow your consciousness. Мы должны не спать, а пытаться развить наше сознание, и тогда сможем развиваться.